Мотор 1.2 TSI працює в парі шестиступеневою механічною коробкою передач. Для дальніх поїздок – те, що треба. А от як веде себе ця машина в місті, ми дізнаємося від наших народних експертів, які особисто випробували цю машину. Понравилось. Особливо двигатель дуже цікавий. Тобто ускорення, вначале небольшой провал, але потім ускорення йде дуже хороше. На першій передачі, тобто десь до, наверное, до 40 можна ускорятися, на второй до 80 без проблем. Едет она довольно резво, хоть и двигатель 1.2, разгоняется хорошо. Приятное ощущение ускорения. Да, действительно, для двигателя 1.2 такое ощущение, что машинка резвая, хорошо идет. Честно говоря, когда мы ехали, я думал, что здесь минимум 1.4. Как для 1.2 машина очень хорошая. Динамики для города вполне хватает. Довольно-таки резвый, турбированный, после 2,5 где-то тысяч включается турбина и ведет себя очень-таки быстро, управляемо и чувствуешь себя комфортно за рулем. С этим двигателем знаком, немножко с другой модификацией, но здесь даже этот более мощный двигатель, ну и шестиступенчатая коробка. Это позволяет подобрать манеру езды под любого водителя. Несмотря на то, что очень юркий и динамичный двигатель, есть режимы, в которых можно очень экономно ездить. Вот. Ну, я думаю, в нынешних реалиях это очень немаловажно. Ходовая неплохая, справляется с неровностями наших дорог. На отлично, в принципе, люки, какие-то небольшие ямки, стыки покрытий проходят уверенно, не доставляя особого дискомфорта. Она довольно мягкая, то есть подвеска настроена комфортно, мягко, можно ехать с комфортом. Не знаю, как задним пассажирам будет, но передним так точно. Она чітко тримає. Є такі машини, там, де м'якавина така, як желе. Це не знаю, це незручно, мабуть, уже ні для кого. Ну тут якраз таки вона така, чітко спланована. Передачі переключаються, да, чітко, хорошо чувствується. При тому, як двигун набирає оберти, то дуже хорошо їде, і динаміка покращується значно, і є можливість обігнати по дорозі автомобілі, які їдуть на стій швидкість, що треба. Проситься за трасу, так прямо і говорить мотор, я хочу їхати швидко, хочу їхати далеко. И хочу всех обгонять. Нет расхлябанности, очень четко работает коробка. То есть, ну, ты прекрасно понимаешь, что ты втолкнул именно третью, допустим, а не пятую. Переключение передач довольно-таки четко, то есть ходы не сильно длинные. Маленький двигатель 1.2 при всех его плюсах требует привыкания. Но, опять же таки, это только дело привычки. Зато этот двигатель показал нам среднестатистический расход порядка 7 литров на 100 километров пробега. Это при том, что в ходе движения были и спокойные моменты, и моменты ускорения стремительного. Удалось оставить всех позади с одного из светофоров, скажем так, и быстренько разогнаться до 80, не нарушая скоростной режим города Киева. Кондиционер понравился, работает нормально. Никаких таких замечаний не заметил. То есть, как говорят, вот 1.2, слышал я мнение, такой кондиционер вот плохо работает. Ну, не заметил я такого. То есть охлаждал, довольно-таки комфортно было. Электроусилитель руля порадовал, хорошо работает при маневрировании на парковке. Очень будет помогать. Она маневренная. Она умеет разгоняться, и на обгонах за городом буду чувствовать себя я комфортно, если меня она заинтересует. В ней можно ехать и отдыхать. А машина располагает комфортной езде.